Сегодня здесь, на своем могиле, чтят память погибших героев той великой войне. Мы низко склоняем головы перед героями войны новой, сегодняшней, перед ополченцами Донбасса. Дорогие друзья, к вам обращается глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко. Дорогие земляки, здесь покоятся наши братья, которые отдали жизнь за счастье и благосостояние нашей республики. Вечная память героям. Еще скажу, эти ребята не зря отдали. Заплатили за свою мечту, своей жизни. Мы не забудем никогда их поле. Сделаем все возможное, чтобы фашисты уже никогда не топтали нашу землю. Почтим память героев Донбасса, память героев Донецкой Народной Республики минутой молчания. Просим возложить цветы могилам ополченцев, сложившим свои головы на Саур-могиле.